Мы снова с вами в бонус-клубе и ждем, какие у нас сегодня будут интересные или суперинтересные, или неинтересные, совсем отвратительные игры. Потому что мы все игры любим. Итак, я повторяю, мы снова в бонус-клубе, мы сейчас будем ждать игры. И об этом я могу говорить долго, значит, но я говорить не буду, потому что будем мы сегодня смотреть на самом деле игры новые. А на такой десерт мы с вами оставим очень-очень долгожданную игру. Ну, самую долгожданную игру Mortal Kombat 4. Какие геймеры не играли в Mortal Kombat? Все играли в Mortal Kombat сначала на Sega, а потом на Sony PlayStation. Потому что Sony PlayStation у нас сегодня самая лучшая приставка с самыми интересными играми. Итак, Mortal Kombat мы оставим, конечно, на десерт. Посмотрим его позже. А сейчас мы увидим с вами Shadow Master. Что это за игра? Я вам расскажу в процессе просмотра, в процессе игры, в процессе демонстрации. Диска с этой игрой «Повелитель теней» написано следующее. «То все к бою, не на жизнь, а на смерть, управляя вездеходом новейшего типа, вооруженным мощным лазерными пушками и умными ракетами, ты должен сокрушить могущественную империю «Повелитель теней», «Пусть их брака и зла», ну и так далее. Как перепадно написано, мы с вами видим кучу тараканов, огромнейшую кучу беретов и другой гадости. Мы не стреляем, ходим, убиваем, естественно, пытаясь скрыться от их укуса. Вот, в принципе, и вся игра. Эти самые тараканы, жучки, паучки, клопы и другие беретки сделали разные движения, им пользуются, ну и ходят, естественно, сами тоже так, босиком, у нас цапают своими когтями и другими неприятными. А мы с вами отбиваемся. В принципе, все очень просто. На самом деле, не все так просто, как видите. Эта игра сделана на лишь технологии, и движение здесь совершенно оригинальное. Каждая деталь графики обязательно трехмерная, и движется, и ломается, и ломается, и ломается. Вы можете сделать. Вот, судите сами. Поверите тело. Ну, это был так, Shadow Master, такая интересная или неинтересная игрушка, неизвестная, но самое главное в том, что игры начали появляться на русском языке. И если мы раньше не понимали, что же происходит и что же надо делать, то теперь нам все подробно объясняют и пишут на том самом языке, на котором мы с вами разговариваем, вот так, и читаем, и даже пишем. Дальше у нас игра тоже на русском языке, называется Colony Wars, то есть колония... Войн или войны в колонии. Ну, короче, давайте посмотрим. Данея обеспечила доверие к нам, время для формирования нашего флота. И дала нам лидера, отца, на которого мы можем надеяться в будущем. Военная колония. Космическая леталка-стрелялка. Чем она хороша и чем она плоха? В принципе, играбельности – это обыкновенная стрелялка. Сюжет такой. Вы летаете на космическом корабле и отбиваетесь от космических захватчиков проклятых, понимаете ли. И, естественно, освобождаете разные планеты одну за другой. Но чем она все-таки отлична от других космических леталок? В этой игре 70 уровней. И каждый уровень вы можете закончить по одному или по другому сценарию. В зависимости от того, как вы захотите. И если вы закончите одним, скажем, методом, то следующий уровень будет совсем другой. И в итоге вы можете сделать абсолютно разных 5 финалов. То
То есть пройти игру по одному типу и пойти по другому, третьему. Вот такой интересный замысел создателей вот этой самой космической стрели. Как вы заметили, игры у нас сегодня совсем такие немирные. Все про войны, да про войны, все дерутся, убивают. А что делать, чтобы вас не убили? Надо, конечно, куда-то спрятаться. Итак, игра «Встряска». Shell Shock. Полезем в танк. Вот такая вот у нас сегодня танковая аркада. На самом деле, мы будем ездить внутри танка. И поэтому нам не страшны враги. У нас мощный, экипированный, вооруженный танк. Но в начале игры вы не надеетесь. Вам дадут всего лишь одну пушечку и отпустят гулять по городу. А город, как написано в описании, населен бандитами. А бандиты тоже не лыком шиты. Они ездят тоже на танках. И если вы будете очень ловкие, вы их всех уничтожите в одной из миссий. Потом вам дадут денежки. На эти денежки вы купите себе другое оружие, новую броню и много-много чего там вам предложат в магазине. Итак, садимся в танк и едем по городу. Первого, кого мы увидим, мы в него стреляем. Ого, да, и убиваем, и взрываем, и дальше едем. Итак, мы въезжаем с вами в город в танке. Кто не хотел в своей жизни въехать в город в танке? Какая красота! Вот попробуйте, поиграв в эту игру, почувствовать, как это на самом деле выглядит. Мы едем, мы стреляем, все взрываем, убиваем и продолжаем играть. Самое главное – не проиграть, потому что бандиты на танках тоже в нас стреляют и убивают. И хоронят. Ну а сейчас мы с вами выбросим всякое оружие, выйдем из танка, чтобы никто не говорил, что мы в танке такие, как в танке. Вот, и мы возьмем в руки наши кулаки и пятки. Возьмемся за Mortal Kombat 4. The crushing pound of a mallet. The shattering blow of the club. The slashing edge of the blade. Наконец-то любители драк, а точнее файтингов на компьютерных играх дождались Mortal Kombat 4, продолжение предыдущей трилогии первых, вторых и третьих комбатов. Продолжаются новые игроки и остаются старые. Мы с вами беремся в новой трехмерном изображении на Sony PlayStation. Так, Mortal Kombat 4. Можно говорить о нем много, можно говорить мало, но тем не менее, это, конечно, супер игра. И те, кто поймут это, обязательно будут участвовать в новом турнире по Mortal Kombat 4, который обязательно пройдет, когда вы научитесь в него играть, потому что если вы умеете играть в Mortal Kombat 4, что же вы такой за геймер, понимаете? Так, можно говорить много, но тем не менее, он появился, приходите в салон и бонус, берите его очень много-много, я думаю, на всех хватит. Но говорить не будем. Давайте посмотрим, что же нам предложила эта фирма Mortal Kombat 4. Finish her!
fatality. It's over, Jarek. Shinnok is dead. The good guys won. You're coming back with me. Never, Sonya. I agreed to help defeat Shinnok, not turn myself into the special forces. The Black Dragon live on. The Black Dragon died with Kano. You're the last one, Jarek. Never! Come in, Major Briggs. This is Lieutenant Sonya Blade. What? Sonya, this is Major Briggs. Come in. Sonya, this is Jax. Are you there? Going somewhere, Jarek? Jax! I thought you were going to... Thought I was what? Dead? Like my partner you just tossed off the cliff? I'm sorry, Jax. Please, don't drop me. Wait, I promise. Too late, Jarek. You can't drop me. You have to uphold the law. You have to arrest me. Wait. This is brutality. You can't do it. Wrong, Jarek. This is not a brutality. This is a fatality. А те, кто ждет результатов нашего прошлого конкурса по вопросу, чем отличается Sony 5502 от 7002, мы с вами сейчас имеем двух победителей. Это дядя Федор из Простоквашино и Йокосума Матасаки из города Токио. Приходите, получайте свои призы, потому что вы очень хорошо разбираетесь в Sony PlayStation. Вот так вот, я вам скажу. Ну, на самом деле, настоящих победителей мы с вами увидим в следующей передаче. Они получат свои супер-диски на Sony PlayStation. Они их очень заслужили и правильно сделали. Я с вами прощаюсь.